Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы посетим музей метро. Музей метро на даче. Ну что ж, сперва зайдем и прокатимся на ЕЗО-3. Врубаем. Ну что ж, а пока так, без значит, слов, смотрите, как я прокатился первый раз на ЕЗО-3. Отправляемся. Берем, переводим. Едем. Так, все. Сразу хочу извиниться, то, что не по оборотным, а именно только оборотный тупик. А сейчас немножечко мимо. Меня реверсом пихаются. Нормально. Еще успеваю, еще как. Так, все, да не стой. Подожди, я тебе помогу сейчас. А сейчас пройдем на второй этаж. Поднимаемся на второй этаж. Так, здесь надо быть чуть аккуратнее. И насчет аккуратности. Я взял и в тот же момент фиганулся об деревяшку. Давай, это, собственно, немодернизированный пульт от ЕЗО-3. Ух ты! И номерной стоит. Ух ты! Ничего себе. Красивенькие вагончики. Ребята, я вам так скажу. У Конова было видео про этот пульт. Я помню. И это такой прекрасный. Так, собственно, а здесь у нас форма висит. Метрополитена, так, собственно, метростроевец, дежурная по станции. Это у нас две путевые бригады, если мне память не изменяет. Это тоже вроде метростроение. Это менеджер. Так, это тоже. А это машинист, женщина. Да, видел, красная стрела. А вот ССБ. Здесь я за ССБ особо ничего не знаю. А вот, собственно, это... Прикольненькие. Так что, машинист, запрещаю вам отправление. Такие же диски вручную делаются. Секундочку. Чекай. Ух ты. Монопольное метро? Угу. Посмотри на это. Да, прикольно. Так. А здесь разные. Вот, единые. О, вот. Это старые. Нет. О, Филевская, реально. Филевская фиг знает какая. Это... Калининская. Калининская. Я про это показываю. А. Кольцо. Да, это Калининка. О, смотри, какие. Вау, потрогай. Электрозапкут. Какое сосное. ЛДЛ, ЛДЛ. Да. Посмотри туда. О, реально, ЛДЛ. Нужно диски купить, чтобы маска показывать. Ты дурачок? Проверить вагоны вот так показывать. А, кстати, да, можно. Но нам могут потом... Полупресс стоит. Трафарет Варшавская. Вот, очень редкий. Тут даже есть вот. Да, Нижегородская, Миноторная, Лифортовая, Электрозаводская. Вышка. О. Номерные вагоны. Так. Вот. СПБ. Вот. Какой прикольненький. Такие трафаретчики. 73-й. Вот в СПБ, кто не знал, такие как раз. Вот такую сейчас. Кольцевая. Очень интересно. О, твоя линия. О, Замоскворецкая. Только не мой участок. Так, собственно, спускаемся на пульт. Так, собственно, где у нас тут на старом пульте пуск записи? Пуск записи? Да, так. Здесь. Так, осторожно, двери закрываются. Следующее. А, сначала надо двери открыть. Так. Открываем левые. Только с тем нюансом, то, что я палец зажал себе. Так, закрыл. Что ты палец? Закрываем.
И вот здесь вот как раз контроллер был. Отправляемся. Здесь, собственно, тоже как. Что? Пойдем вниз? Ну, можно идти. Это о, да, говорилки там. Грамоты. Все очень прикольно. Да, вообще. Пойдем. Так, а вот здесь чуть трудно. Топочки. Ай, топочки. Очень прикольно, вот. А? Ребят, а сейчас немножечко переключимся на настоящее время. Собственно, мой друг приобрел, а именно я на него ссылочку оставлю, машинист Гореграда, вот такой вот прикольный, так сказать, брелок. Ну что, типа брелка. Вот. 81717. А так, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.